Всем привет, я Микрик, и сегодня мы будем выбивать нашу Эмбер. Сейчас она уже есть в магазе, блин, просто топовый боец. И посмотрим, выпадет ли мне с вот этого вот Бравл Пасса. Что там? Сейчас, на данный момент, у меня 39 персонажей из 40, нету только Эмбер. Соответственно, мне может выпасть только какой-нибудь там гаджет. Так, вот, например. Нет. И, ну и максимум пассивка, короче. Давайте, забираем скин на Пока. И начинаем открывать. Так, давай. Блин, 5 предметов. Давай. На самом деле очень страшно. Надеюсь, выпадет. Так, давай. Так. Фух. Пока ничего, даже гаджетов нет. Блин, меня это пугает. Так, гаджет на була. Окей. Нормально. Так, что дальше? Биг бокс. Давай, мега. 5. Почему 5? Блин. Ё-моё. Вообще не могу что-то сейчас комментировать. Дико хочу, чтобы выпал персонаж. Опа. Блин, Мортис. Ладно. Ладно. Так, давайте пока не трогать. Так, поинты на макс. Ничего. Так, это... Блин, это гаджет на Спраута. Сейчас, конечно, наверное, куча гаджетов выпадет. Но я надеюсь, что выпадет персонаж. Я дико надеюсь, что выпадет персонаж. Давай. Мега. Не подведи, чувак, давай. Какой чувак? Ящик, давай. 5 предметов, блин. Что-то как-то с мега вообще не очень. Так. Что будет, если я возьму колет, забрать? Ящик. Ничего не выпало, блин. Давай, пожалуйста, падай. 5. Почему? Стой, нет, поинты пока не трогаем. Ё-моё, пожалуйста, давай выпади. Я дико надеюсь, что что-то выпадет сейчас. Да ё-моё, поинты. Так. Эмоция на Эмбер. Не на Эмбер, а как её зовут? Калет, вот, точно. Так, на Пенни. Мегаящик, 6. Гластары. Блин, столько гаджетов, ну... Где Эмбер? Где Эмбер? Так. Шансы есть. Персонаж дико крутой, дико имбовый. Посмотрим. Если выпадет, я просто... Блин, охерею, наверное. 5. Почему 5? Так, давай. 6. Yes! Эмбер! Что? Что? Мне выпало Эмбер! Как? Просто как? Мне выпало Эмбер! Что? Серьезно? Серьезно? Давайте тогда дооткроем ящики. Надеюсь, на нее выпадут поинты. Это просто, вы понимаете? Мне выпало Эмбер. Давайте соберем поинты. Так, 200. Сейчас прокачаем как раз. Так, Николет. А, где она? Она у нас, по идее, внизу должна быть. Или где она? Стопэ. Либо я что-то... А где она? А вот она. Я уж думаю, где она? Это просто шок. Это... Что это? Как? Я очень рад. Надеюсь, вы поставили уже свой царский лайк. Подписались на мой канал. Это просто жесть какая-то. Мне выпала Эмбер. Это просто охереть. Так. Сейчас потихоньку прокачиваем. К сожалению, у меня не фул Бравл Пасс. И купим еще акцию, чтобы прокачать прям охрененно Эмбер. Персонаж дико крутой. Сейчас как раз протестим. Я даже его не тестировал. Вы просто это понимаете? Так, давайте. Где Эмбер? Ну, уже так неплохо прокачали, я думаю.
однозначно, этого персонажа будут фиксить. Ну, я надеюсь, не скоро. Так. Ну, я надеюсь, вам, кстати, тоже выпадет Эмбер. Кстати, пишите свое мнение в комментариях на этот счет. Вам выпало или нет? Копили вы ящики или нет? Я специально. Я вообще думал взять, короче, и купить Эмбер сразу. Но потом я подумал, а может попытать удачу? Так, вроде бы у нас поинты все. Вроде бы все. Так, а нет, вот еще 50. Офигеть, уже 900. А реально неплохо мы ее сейчас вкачали. Так, где? Где Эмбер? Где ты? Вот она ты. Там уже левел, по-моему, 8. Так, вроде бы еще до этого были поинты. Если я ничего не путаю, вроде... Нет, все. Все? Серьезно? Да ну. Окей. Давайте тогда сейчас я покупаю вот это вот. Вот эту вот офигенную акцию. Так, сейчас. Кстати, давайте стойте. Посмотрим. Посмотрим сейчас, насколько я ее смогу прокачать. Так, сейчас. Вдруг уже на фул. Так, 8 левел. Так, на Эмбер. Так, сейчас она будет 10. Все, покупаем. Все, я купил. Нам не хватает совсем немного. Нам прям так, сколько нам не хватает, чтобы прокачать ее на фул? Нам не хватает 53 всего лишь. Так, на нее 20 уже выпало. Супер. Макс, Калет, нет. Давайте, не подведите, блин, Эмбер, пожалуйста. Ё-моё, я дико надеюсь, что на нее выпадет. Выпадут эти поинты. Специально трачу сейчас эти ящики. Так, давайте еще ящик. Блин, я смотрю, прям на нее вообще ничего не падает. Давайте мега. Блин, реально не падает. Что за дичь? Пожалуйста, давайте. Если мне не хватит совсем немного, чтобы прокачать ее на 9, у меня просто сгорит, наверное. Кстати, сейчас мы можем выбить. Упала? Нет, не упала. Ой, блин. Вообще не падает. Сейчас мы, кстати, можем выбить гаджет на Эмбер, но это вряд ли. Походу, не сможем прокачать. Так, где? Где ты? Все? Все, ящики кончились? Окей, ребят. Так, окей. А что у меня дальше в Бравл Пассе? У меня просто есть квесты. Если я сейчас их выполню, возможно, я смогу прокачать. Ну, блин, я уже, наверное, не буду. Ладно, пойдемте скатаем на Эмбер. Блин, просто жесть. Пойдемте в ШД. Мне персонаж дико нравится. Видео получилось уже достаточно долгим. Надеюсь, вы завезли свой царский лайк. Всем благодарен. Всем спасибо. Итак, посмотрим на этот урон. Так. Кстати, прикольно. То есть ты уже наводишь? То есть ты наводишь, и оно... Кстати, это новая механика. Это прикольно. Ну, это крайне непривычно. Это skill intensive персонаж. То есть он требует скилла. Просто так, наверное, вряд ли вы будете тащить. То есть, смотрите, вот я нажимаю, он стреляет немного. Она, точнее. Ну вот, могу вот так, а могу просто зажать. И, ё-моё, урона крайне много. Прям реально до хрена. Где ты? Где Дэрил? Ну, надо, главное, смотреть, чтобы не тратилось абсолютно все. Не рисковать. Так, Дэрил. Давайте ульту, кстати, протестим. Так, сейчас. И вот так. Да, все, все. Блин, вы просто посмотрите, что она творит. Что она творит? Ё-моё, персонаж дико имбовый. Давайте еще каточку. Пойдемте уже в режим 3 на 3. Так, что за карта в футболе? Пойдемте в футбол, блин.
Ё-моё, надеюсь, она тоже вам выпала, потому что персонаж дико имбовый. Это просто, это охренеть. Это просто охренеть. Они, наверное, все в шоке, или это боты вообще? Я сам, честно, в шоке. Я до сих пор не верю, что мне выпала Эмбер. Так, а пролаг был? Блин, Барли, что ж ты делаешь? Пинай, пинай, пинай. Yes, догадался он пнуть. Ну, пока что я не вижу, что прям Эмбер разносит, но урон крайне большой. Этот персонаж будет тащить, если вы научитесь на нем нормально играть. Это новая механика и достаточно сложно. Так, сейчас. То есть тут не прокатит, просто автоатачить, нужно прям наводить, и это круто. Это круто, новая механика, это всегда хорошо. И гол забивают. Фух. Кстати, давайте посмотрим, что делает гаджет Эмбер. Видели сейчас анимацию победы. Так, а в течение 3 секунд Эмбер движется быстрее и расплескивает огни. А, понятно. Так, пассивка Эмбер может одновременно создавать на земле две огненные лужи, когда она стоит рядом с одной из них. Ее супер заряжается автоматически. Слушайте, это... Мне этот персонаж очень понравился. Новая механика, Лего. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока-пока.